На данный момент мы сейчас задумали, в общем, будет собачье телевидение. Это телевидение будет для ваших питомцев. Многие питомцы, животные, даже кошки и собаки, многие из вас могут подтвердить то, что они любят смотреть телевизор. Некоторые буквально замечают в кадре собак и уставились в этот телевизор и смотрят, грубо говоря, без остановки. На самом деле это есть. Мы постараемся ввести нашу рубрику собачьего телевидения в таком плане, чтобы это цепляло животных, и потом будем читать ваши комментарии, получилось у нас это сделать или нет. Я думаю, это будет очень интересно и для вас, и для ваших питомцев. Thank you.
Вот.